Доброго времени суток всем. Решил я сегодня опять в коряжнике порыбачить немножко. Попробую сейчас карасиков половить. Сделал себе вот такую удочку коротенькую с боковым кивком. Здесь маленькая джига у меня зацеплена. Взял немножко парикормки и червей. Попробуем сейчас что-нибудь поймать. Решил я червей немножко обработать вот таким аттрактантом, грубо говоря, самодельного производства. Здесь масло и чеснок намешанные. Червячка сейчас одену, обмакну в масло с чесноком и посмотрю, ловиться будет или нет. Чеснок вроде как карасиков завлекает. Вот сейчас мы это дело испробуем. От масла он вроде тоже не отказывается. Червячков немножко разорву, чтобы с них запах шел. Так, вот получилась такая вот у меня снисточка, и сейчас мы их всех в масло с чесноком маленько окунем. Так, в маслице окунули и пойдем попробуем это дело забросить. Так, а на второй спиннинг я одену манку с медом. Так, вот в это место сейчас я попробую опустить червячка. Рядом он там на маночку. Наверное, опустим. Так, забросили. Сейчас хорошо как раз в натяжечку все это дело встанет и прям нормально будет. О, клюет. Видели? Кто-то уже. Так, отпустил. Ну-ка попробую. Нет, не поймал. Так, сейчас еще раз. Пустим. Так, взял. Подсекаю. Есть. О, ребята. Смотрите. Червяк вымоченный. Так сказать, в масле с чесноком карасик схватил. Пойдем нового червячка оденем. О, кто-то схватил. Да, кто-то жует, жует, жует. Отсекаю, есть. Маленький. Что-то сегодня тут малыши одни. Ух, одни малыши. Вот поймал маленького такого пятачка. Да, это не та рыба, за которую я приехал. Пойду сейчас в другое, наверное, место, где в прошлый раз ловил. О, ребятки, зацепил я тут карасика вот такого. Сидел, сидел, не клевало. Наконец-то что-то клюнуло. Эх, убежал. Ну и то ладно, попалось маленько. Так, с берега дело у нас не пошло.
Решил я, короче, с воды попробовать, как в прошлый раз ловил. Сейчас мы тут. О, кто-то взял. Жует, жует. Подсекаю. Есть. У нас карасик. Хороший такой. Ух ты, какой бойкий. Попался. Ну ничего. Так, сейчас мы его аккуратненько вынем. На берег. Ну вот. Не зря уже залазил. С берега не клевало, с воды закинуло. Все, сразу есть. Надеюсь, не всех рыбок распугал, пока он там ерзал. Карасики чавкают где-то здесь. Попробуем отсюда их взять. Так, повел, 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 подсекаю, есть. Тихо, 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 тихо. Ребят, надеюсь, вы его видите. Какой хороший попался. Так, теперь главное его вынуть оттуда. Блин, за мной коряги. К берегу не подтащить. Так, сейчас мы его аккуратненько. Ну вот, уже не зря. О, тихо. Все, вроде взял. Вот, ребятки, такой вот хорошенький. Это не килограмм, конечно, как в прошлый раз у меня тут холивали, но и не маленький. От червячка от нашего уже. Червячка почти съели, остался у меня. Все тут обгрызочек. И один червячок. Ну сейчас обгрызочек одену. Вот. А потом следующего червячка поделим. Так, сейчас ошметки от червя и такой вот свеженький обгрызочек. О, так, кустики вздрагивают, где-то здесь рыбка. Есть.
свое попробовать найти. О, взял. Ребята, взял. Сейчас выйдет. Так, шевелится. Ну, вроде не сошел. Хороший, походу. Так, сейчас надо его с коряжника аккуратненько вынуть. Так. Где-то он немножечко зацепился. Вот он. Ох, там хороший. Сейчас я вам его покажу. За палки зацепился. Сейчас спиннинг уберу. Вон он, смотрите. Палочки. Вот он, красавец. О, идет. Сейчас мы его к берегу телепортируем. Вот так, и на берег. Опа. О, взял. Взяли. Нормальный такой, хороший, зачетный карасик. Ну, ребят, остался, короче, у меня последний червячок. Так что, видимо, сейчас еще одна поклевочка и все. Червячков больше нету. Как-то наделся он нехорошо. Так. Ну, ловись, рыбка. Последний заброс. О, окно. Хорошее такое окно. Сейчас мы в него мормышечку и опустим. О, рыбу вижу. Рыба есть, ребята. И ух ты, какие хорошие. Ребята, карасей здесь много. О, один к мормышке подплыл. Так, что-то не захотел есть. Сейчас. В общем, рядом со спиннингом проплыло три здоровых карася. Так, еще один. Сейчас будем соблазнять их. О, в метре от меня. Так, рядом с мормышечкой. Что-то не захотел. Так, еще один. Сразу видно, рыба есть. Ну, что-то как-то она... Так, все рядом плавают, и никто не клюет. Так. Ладно, пробуем еще в одних кустиках. Здесь не хотят ловиться.
клюнуло. Подсекаю, есть. Есть, есть. Так, ребята, сейчас я вам его покажу. Если получится, вот он, красавец. Иди сюда. Выкатывается. И к берегу. Это на последнего червячка. Сейчас мы его к берегу оформим. Небольшой, но все равно. Так, главное червячок, чтобы у нас не отпал. О, красавчик. Так, червячок вроде у нас живой остался. Попробуем еще одного поймать. Так. Ну, цепляйся. О, хорошенький. Так, остался один червячок у меня всего. И попробуем сейчас где-нибудь его в кустиках пристроить. Возможно, нам повезет, и я смогу поймать еще одну рыбку. Ну, если не поймается, то рыбалка на этом будет моя заканчиваться. Вот здесь место такое хорошее. Но насчет рыбы не знаю, есть или нет. В прошлый раз у меня тут немножко колевало чуть-чуть. Попробую сейчас еще раз в кусты прорваться. Может быть, у меня это получится. Возможно. Такие дебри пропихнуться сложновато. Так, ну, вроде запихнулись. Еле-еле. Так, пока рыбок не видать. Пойдем здесь еще разок. Попробуем где-нибудь. И пускай нам повезет. Ну-ка. Может, с краешку рыбки есть.
Так, кто-то взял. Секаю. Есть. Ну, маленький малыш. Сейчас он нам. Всю малину испортит. Вот такой попался. Главное, червяка что-то съел. Так. Отпускаем. Взял. Ребята. О, неожиданно. Я его и не видел. Поклевочка такая неожиданная случилась. Ну все, это на сегодня последние черви. Кончились. Это будет наш последний карасик. Так, сейчас мы к берегу запаркуем. Опа. Ну все, на этом красивом карасике я рыбалку заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте лайки.